Стол – это вообще особое место в доме. За столом мы принимаем пищу, за столом мы с вами работаем. Поэтому стол – это вообще особое такое место занимает. И к нему нужно относиться с уважением. Прежде всего, друзья, если вы хотите, чтобы у вас всегда водились деньги, никогда на стол ни в коем случае не садитесь. Не позволяйте никому, чтобы кто-то садился на ваш стол. Потому что даже вот подростки, дети, им там все равно, они могут сесть на стол, там развалиться. Не позволяйте. На стол нельзя садиться. На стол нельзя класть перчатки, ключи, шляпы, и это тоже вот и фэншуй, и наши с вами славянские предки предупреждают: никогда не оставляйте на столе нож. Нож на столе, во-первых, ведет также к бедности, так же как перчатки, бутылки, ключи и шляпы. И также он обижает вашего домового, поэтому, пожалуйста, нож обязательно должен быть убран, либо специальные вот ножны, которые стоят такие, да, специальная подставочка для ножей, либо в ящик стола. Никогда не оставляйте нож отдельно на поверхности стола. И также, если вам необходимо вернуть лампочку на потолке, никогда не позволяйте никому вставать ногами на ваш стол, за которым вы работаете или на котором вы принимаете пищу. Это также плохо влияет на энергию денег. Имейте, пожалуйста, это в виду.